По утрам иногда наступает похмелье. Виктора Робертовича оно застало ночью. Вместе с сухостью во рту пришли угрызения совести, тягостное чувство вины и ясность происшедших накануне событий. Что и говорить. Далеко не каждому хирургу приходится ради спасения жизни больного выкрадывать его и спешно вести прочь от лечебного заведения. Внимательно слушаю. Так и знала, что ты не спишь. Да, каждый раз, когда я иду вот на это дело, очень тяжело сплю. Очень. Да, а я нормально. Но сейчас вообще только половина первого, для меня еще рановато. Слушай, что я думаю. В квартире у меня тебя не было, да? Это раз. В больнице я... Охранников работала, тебя никто не заметил, не видел. Это два. А потом, кто там, какой санитар на каталке в морг вез, этого никто не знает. Так что пока все чисто, понимаешь? Ты настоящий секретный агент, работающий под прикрытием. Причем под моим. Ну что ты молчишь? Алло. А что говорить? Мне стыдно. Вчера ты тоже не знал, что сказать. А потом мы подружились, и теперь весело дружим. Вить, так зачем я, собственно, звоню? Там у тебя остались мой халат и валенки. Это улики. Это серьезно. Я заберу, ладно? Ты выстави на лестницу, а я заберу. Хорошо, я это сам сделаю. Нет, нет. Ты что? Тебя заподозрят. А старуха, выбрасывающая мусор, ни у кого не вызовет подозрений. Выставь, пожалуйста, мешок на лестницу, я заберу. Умница, Масик. Все. Я навещу Рыжова. Стрижак, работаем. Наш объект. Только зря пленку тратим. И чему вас только в школе милиции учат? На этом свете ни наших объектов не бывает. Ходят куда хотят, где хотят, когда хотят. Чего их всех на улицу тянет? Всех отследим и в аэропорт, ясно? Теперь конкретно. Первое. Куда старуха понесла мусор, на ночь глянем. На помойку. Второе. Почему не спит? Бессонница. Третье. Что за старуха, которая в приметы не верит? Четвертое. Почему такой большой пакет? И пятое. Ну? Почему тяжелый? Может быть, это вовсе не старуха. Извините, Герман Семенович. Не домыслил. То-то же. Идиотизм, дурка. Дурдом. Доложите по форме. Да, пожалуйста, это самое. Завожу зеркало за угол, а в нем лицо этой самой старухи. Я выглянул, а она прямо передо мной и в лицо смотрит. Секунд 10 гипнотизировала. А потом как заорет: не убивай, сынок, у меня денег нету, только тряпки грязные. Ну, а дальше как положено. Помогите, грабит милиция, наркоманы, проходу от вас никакого нету. У вас, стрижак, это самое. С ориентацией все в порядке? Это же старушка. Зачем? К объекту приближались? Да этот объект сам ко мне приблизился. Может, она чокнутая вообще? Да это не наш клиент.
Правильно? Ой, совсем ку-ку. Да я как... Фигурант. Добрый вечер. Добрый вечер. Угу. Мне крайне необходимо попасть на проспект энтузиастов. А метро как нарочно не работает. Не подвезете ли вы меня? Я думаю, нам по пути. А? Нет. Нет? Нам с вами не по пути. Ах, как жалко. Жаль. Придется плутать по переулкам. Ну, ничего. Тогда желаю вам, так сказать, удачи в боевой и, не боюсь этого слова, политической. Привет. Хорошо, что я вас вычислил. Уверен, нам по пути. Придется плутать по улицам. За лохов нас принимает. Обидно, блин. Так, это самое... Придется делиться. Вы двое с ним пехом за ним. Только поаккуратнее. Поняли, с кем дело делать. А мы в случае чего вас подхватим. Где он? Где он? Шнурки завязывает. Проверяется. Обидно, за кого он нас принимает? Он нас принимает за... Молчи, умник. Сам знаю. А вот только не проверяется он. Вам, молодым профи, не понять. Он знает, кто мы такие. Отлично знает, вот и проверяется, как лох. Хочет, чтобы мы за ним пошли. Знак нам подает. Он цену нам знает. Высокий класс. Хочет нас вывести на другой объект. У него своя игра, а мы ему подыграем. Угу. Пусть он нас увидит. Вы двое за ним. Засветитесь. Сыграем по его правилам. Ну, с Богом. Сейчас будут грабить. Интересно, как бы поступила она. Сейчас! Костик Волына! В кармане прячет, падла! Сейчас, одну секунду! Ситуация 0-4! Раскрылись, уходим! Куда вы? Внимательно слушаю, Кнабаух. Через 20 минут на нашем месте. Это срочно. Рад вас приветствовать. Да плевать я хотел, рад ты или не рад. Моя более давно в крестах под нарами сидел. Ах, Владимир Федорович, мы все-таки... Свои люди, вы позвольте откровенность за откровенность. Думаю, вы плохо подготовились к работе со мной или недостаточно изучили мой психологический портрет. Никто еще не позволял себе разговаривать со мной таким тоном, тем более сидя ко мне спиной. А вот я подготовился хорошо. Сейчас двое моих людей с наслаждением насилуют вашу дочь, а ваша жена с заклеенным скотчем ртом смотрит на это. Когда все кончится, на нее натравят двух бультерьеров, и они загрызут ее, но не насмерть, а так, что вы будете ее лечить всю оставшуюся жизнь. Это если я удержусь от соблазна и не нажму сейчас... На курок револьвера, который смотрит вам в спину. Шучу. Сказал правду. Первое, что пришло в голову.
А представляешь, что было бы, если бы я подумал, а? Боец невидимого фронта. Иди сюда. Я тебя убью. Ну, не будем отвлекаться на пустяки. Какова цель нашей встречи? Первый. Я четверка. Сообщаю, глаз. Объект отлично подготовлен. Пытался ликвидировать бригаду. Раскрыл сразу. Бригада глаза продолжает вести фигуранта. Приблизиться не могу. Объект на попутной машине доехал до проспекта энтузиастов, дом 13. Машину проверяем. Жду указаний. Что прикажете делать? Ну, спасибо за хорошую работу. Своих людей можете отозвать. Теперь я буду думать. И вы не стесняйтесь. Звоните, если что. Алло, Машка дома? Спите. Да так, так, ничего. Спите, спите. Все хорошо. Ну что ж, умник, давай поиграем. Профи ищет подъезд. Самое время. Стрижок, иди отследи адрес. Герман Семенович, можно я? С Богом. После того, как в сахаре, соли и во всех белых веществах, изъятых в квартире Рыжова, не было обнаружено ни грамма героина, капитан Потрошилов вынужден был отпустить травматолога домой. Тебя зовут дух черного человека. И теперь Игорь Николаевич находился в творческом поиске. Тебя зовут дух черного человека. Тебя зовут. Добрый вечер. Добрый вечер. Интересно. Да. Скажите, мы можем поговорить с вами, как коллега с коллегой? Я профессор, моя фамилия Файнберг. Понимаю. Очень приятно. Спасибо. Он в квартире 66. Добро. Молодец. Давай подтягивайся. Доложимся сейчас. И на сегодня, пожалуй, все. Отбой. Я.
Это я, Игнат. Запиши адрес. Я запомню. Пиши, пожалуйста, адрес. Энтузиастов 13. Он там. Он нам очень мешает. Он очень опасен. Спроси у него, куда он дел паука. Если сможешь. И попрощайся. Хорошо. Всего доброго. Вот уже несколько часов трое наркоманов волками бродили в поисках дозы. Но им катастрофически не везло. Они знали, еще пара часов и начнется ломка. Денег не было. Сознание того, что у кого-то они есть, очень раздражало. Встреча с Бондаренко была как нельзя кстати. Здорово, урод. Давай бабки, пока я добрый. Здравствуйте, товарищи ублюдки. Предупреждаю, сегодня не ваш день. Предлагаю разойтись по домам и тихо, мирно переломаться, как требует природа. Ах ты, сука! Стоять, брызги гнойные! Игорюк, сыночек, иди в машинку, отдохни. Ты сегодня поработал. Папа за тебя ответит. Ты кто? Его дедуля, что ли? Слушай, дедуля, твой Игорек денег нам должен. Ты за него рассчитаешься. Я? Сказано же вам было, сегодня не ваш день. Забирайте свой мусор и живо отсюда. Ну! Ну, молодцы, спасибо за работу. База приказала отдыхать. Поехали. Коллега, вопрос, я бы сказал, щепетильный. Недавно к вам с визитом пришел человек, представитель то ли Гвинеи-Бисау, то ли Буркина-Фасо, с травмой колена. Не припоминаю. Вы же не можете утверждать, что к вам часто приходят представители разбуженной Африки. Да, что-то такое было, было. Замечательно. Да. Так вот, после посещения вас у этого представителя Африки кое-что пропало. Понимаете, о чем речь? Часть души. Нет, коллега. Талисман. У меня его нет. Где он? Вот. Я спрашиваю, где талисман? Понимаете, тут до вас были люди из милиции. Так. Ну, они перепотрошили всю квартиру. Так. И забрали талисман. И меня тоже. За что? За что? За все. Вот меня только сейчас выпустили. Вы не можете припомнить представителей какого отделения милиции были? Ха. Следователь по особо важным делам, капитан милиции Потрошилов Альберт Степанович. Он, я уверен, талисман у него. Кто и когда назвал его спецом, Игнат не помнил. Но кличка ему нравилась. В свои 40 лет он имел за плечами полный набор необходимых для работы навыков и опыт. Как положено. От сумы до тюрьмы. Виктор Робертович, одну секундочку. Виктор Робертович? Да. Я не ошибся. Нет. Виктор Робертович
Файнберг. Совершенно справедливо. С кем имею честь? Ну, удивил ты меня, профессор. Так близко подпускать к себе незнакомого человека, такого даже я себе не позволяю. Староват ты для таких игр, дружище. Ты, конечно, сейчас будешь отпираться, как в дешевом американском боевике, надеясь на помощь, которая все не приходит. Я тебя буду пытать, а ты мне все выложишь, и тут тебя спасают, а меня убивают. Так? Так! Ну ты даешь, Витя! Сколько интересного за один вечер! Вставай, ты же простудишься, не дай бог! Ой! Ой! Горе-то мое! Ну все, 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 ну я уже все, я здесь, да. Мать, чем ты спасла мою жизнь. Чем ты занимался с этим придурком столько времени? Я окоченела. Ты что? У тебя пол-литра? Ну что, зададим ему, моему другу нашему, несколько вопросов, если ты не возражаешь, конечно. Я думаю, это будет не очень просто. Слушай, похоже, я перестаралась. Но у меня было единственное оправдание. Мне очень было жалко тебя. Спасибо, Мася. Если ты хочешь с ним поговорить, я думаю, надо вызвать скорую помощь. Ловишь на лету мои мысли. Снова они. Быть не может. Точно. Вон старуха и этот. Очкарик. И трупак. Это все я виноват. Спокойно, Димон. Прорвемся. Это вы! Даже лучше! Витя, грузи клиента! Снова туда? Да! Пополам. Что ты сидишь? Ну что ты сидишь? Помоги человеку! Пойдем. А, помоги. Иди сюда. Иди сюда. Быстро. Быстро, быстро. Берем. Взяли, хорошо, хорошо, хорошо. Понес. О, молодец. Подполковник государственной безопасности Петр Трофимович Иванов вот уже лет 10 как закончил службу в должности начальника отдела кадров. Тяжелая гипертония и логично последовавший за этим инфаркт привели его на скамейку в скверике, где он с профессиональным интересом следил за играми внуков-близнецов. Мальчик! Подойди на секунду. Не верти головой. Договорились? Да. Егора и Семена. Знаешь? Да. Да? Не верти головой, была команда. Если ты еще раз посмотришь в ту сторону, я сообщу всем, что у тебя НРС. Понял? Да. Я расскажу, что ты писаешься по ночам. А я не писаюсь. А, но они-то этого не знают. А? Ну, иди, иди, сынок, играй. Кто еще? Здравствуйте, Петр Трофимович. Это я, Вова Жерновков. Если вы меня помните, конечно. Как тебя не помнить? Ты мой второй гипертонический криз. 220 на 120. Такое не забывается. Петр Иванович, кто старое помянет, тому глаз вон. Ты что, угрожаешь? Хорошая шутка. Насколько я знаю, вам угрозы только в радость. Да ладно, хватит твоих дурацких комплиментов. У меня уже сердце заныло. Чего надо-то? Мне очень нужно с вами встретиться. Только с вашим опытом и феноменальной памятью... Ну, я уже сказал насчет комплиментов. Кафе с игровыми автоматами возле моего дома в 16. Подойдет? Подойдет. Заранее благодарен. Ай.
из-под земли достанут, гады. Егор, Семен, домой! Вас не пунктуальности, но вы точны. Ура! Обвинять не наша работа. У нас есть кому этим заниматься. Я сейчас догадаюсь, это шутка очевидна, да? Угадали. Экстрасенс вы наш. Куда мы едем? По телефону я понял, что нам расскажут, наконец, кто мешает органам расправиться с мафией. Кто мешает органам расправиться с мафией, я думаю, вам никто не расскажет. А вот по поводу вашего профессора... Вашего профессора? Нашего профессора? Да как угодно. Так вот, по поводу вашего профессора мы сейчас побеседуем. Если человек, с которым мы встретимся, его не узнает, значит, этот человек не из нашего ведомства. У наших кадровиков память байтами не измеряется. И перегрузить их невозможно. И вирусы на них не действуют. И даже грипп. Даже гриппа. Дохнут. Сам проверял. А доверять-то ему можно? Ручаюсь, как за самого себя. Ну, тогда я спокоен. Смотри там, на заднем дворе. Да. Фу, собака. Ай, какая американец паршивый. Враги сделали. Не сдавайся. А мы все глотаем, глотаем. Ну что, враги сделали? Глотаем. Дурят. Он? Он. Я спрашиваю! Ну-ка, брат! Куда? Что надо? Да! А вот и наш выход. Ну, я вас всех выведу на чистую Отпустите. Воду! С вашего позволения, мы поговорим с гражданином несколько минут, а потом покинем ваше гостеприимное заведение. Ну вот и попал, дед. Сажай его, командир, а то он совсем достал. Фашисты! КГБ на них нет. Здравствуй, Вова. Этот с тобой? Со мной. Кнабаух Артур Александрович. Кнабаух? Артур Александрович. Артур Александрович. Где раньше работал? Под кем нынче ходишь? Обзовись. А? Вижу. Нет ходки за спиной. Не сидел, значит, а? Ничего. Посидишь. Раз... С Вовой. Значит, посидишь. Шутка, Артуро. Не бери в голову. Вы прекратите свои дебильные высказывания, а то ведь я не посмотрю, что вы человек пожилой, я эти наказать сильно могу. Ну-ну-ну. Брэк, не обижайтесь, Артур Александрович.
Трофимович просто пошутил. Его иногда заносят. Понимаю. Юморина. Шутка. Аншлаг, аншлаг. Я же сказал, он просто пошутил. Да не бойся ты, я ничего тебе не говорил. Он у нас старый кадровик. 38 лет в конторе. Людей насквозь видит. Хочешь, еще про тебя что-нибудь расскажет? А? Нет! Давайте, к делу. Петр Трофимович, дорогой, у нас проблема. Мы не знаем, кто это, но работает. Короче, картотеки его нет. Может, по старой памяти что припомните? И вот это проблема. Дорогой Петр Трофимович. Вот именно, что дорогой. То есть не бесплатный сотрудник, товарищ Иванов. Учтивого, я не на работе, считай сверхурочно. С тебя я бы денег не взял. Да откуда им взяться у тебя? Ты же родину защищаешь. Да и вопрос не от тебя. Ну, слава богу, хоть кто-то заговорил нормально. Значит, вот это вам за то, что вы пришли. А если узнаете кого-нибудь, еще два раза постолько. Сынок, ты это нищим на паперти подай. Им выпить не на что. А если я кого-нибудь узнаю, на круг получается 1000. Ничего. Ты еще у кого-нибудь отнимешь, а мне жить. Так. Ну, начнем сначала. Официант, бутылочку водки, пожалуйста, и закусить. Под вашу ответственность. Хорошо, под мою. Давай. Чего они тебя так боятся? А, ерунда. Я тут у них играю иногда. По 23-м числам каждого месяца. За 2 года выиграл 40 рублей. Представляешь? Они тут все заодно. Ну что, давайте выпьем. Ни в коем случае. Еще отравят гады. По носам изведусь. От водки, значит, не помрешь? Да лучше умереть алкоголиком, чем засранцем. Артур Александрович. Да. Спаивать меня бесполезно. Угу. Выпить я могу много. Угу. Так что дешевле просто согласиться на мои условия. Под вашу ответственность. Под мою. Два, три, угу. 4. Да, вот так вся жизнь. Узнаешь кого-нибудь? 1000. Не узнаешь? 100. То есть
Минус 900. Фигурально выражаясь. То ли старый стал, то ли без очков. Плохо вижу. Ой, дурак ты, Жерновков. И это твой гоннобобель этот, дебил. Это же Витя Хана! Как ты сказал? Работает, старый! Да забирай ты свои вонючие деньги! Вова, мне немного осталось, но я хочу помереть своей смертью. Даст Бог сподобит меня подохнуть от инфаркта, но это не так долго и не так больно. Тебе, парень, я этого не прощу. Все, я вас не видел, фотографии вашей тем более, и вы меня не видели. Все, забудь. Как звать и номер телефона. О. Скорую! Быстро! Ты скоро подохнешь, старый пень. Не бери греха на душу. Тебе и там будет хуже, если ты тут две души не спасешь. Но, ну успей, тварь. Успей, говори, сука, пока не поздно говорить, тварь, мусор, вонючий. Ты... А чекиста рот открыл! Пристрелю, как собаку! И паука найду и пристрелю! Буду по очереди выслеживать и мочить! Оставь его, Вова! Вы, сосунки, не знаете, с кем вы связались. Пойдем отсюда. Если вы, Витя, перебежите дорожку... Пистолеты у вас при себе? Можете заранее застрелиться. Не резон мне врать перед смертью. Если надо, Витя придет в большой дом и порешит половину народа. Никто и не заметит. Да, старая школа, почище СМЕРШа. Остальные все ложь. Сюда. Как? Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Больной ходячий? Нет! Поехали. Семёныч! Прямо чертовщина какая-то. Что? Нет, но к тому, что если буду спрашивать, скажите, что увезли в институт скорой помощи. Ноги! Давай. Фу.
если с ним что-нибудь... Ну, ты понял, мужик, да? Владимир Федорович, видите, что переживать-то? А вы меня задушить хотели. Только вы допросы проводить не умеете. Вам надо психологов побольше в вашей фирме. У нас не фирма, шакал, а служба государственной безопасности. Ты понял? Хорошо. Хорошо. Есть будете? Тики-так. Ого! Как ваше здоровье? Отлично. А ваше? Отличное здоровье. Тогда кушать подано. Приятного аппетита. I'm sorry. When you did this, I've been up with you. Кайф. Кашу. За папу. За маму. Ты кто? Мананга. А вы кто? А я паук. Слыхал? А-а. Темнота. За маму. Слушай, кровник. За папу. Буду тебя Мишкой звать. Усёк. Усёк, паук? Усёк. Так, сейчас пойдем на перевязку. Владимир Сергеевич, вы первый. Ну, что там левак крутить? Ну, распахали и заштопали. Ну, дайте коньки откинуть спокойно. Успокойтесь, пожалуйста. Сейчас доктор проверит, может быть, не все так плохо. Правильно. А вы поправляйтесь. Эх, Мишка, кровник. Скажите, друг мой Владимир Сергеевич, а где вам диагностировали, как вы выражаетесь, рак? В больницах, на выселках. Это что, у промзоны? Но. Ну, странно, у них прекрасная аппаратура. И долго вас там пользовали? Кого пользовали? Ты что базаришь, потрох? Ах да, простите, великодушно, мой неприличный сленг. Я имел в виду, сколько вы там, как говорится, у вас, парились. Ты что прикопался, лепила? Там такие бабки вбуханы, тебе и не снилось. Каждый день по вене что-нибудь ширяли. Корму уколами в дуршлаг превратили. Одних клизм, а натыкали, как в ёжика. Извольте быть вежливы, Владимир Сергеевич. Судя по анализам, так как вас там лечили, вас вылечить нельзя. Можно только залечить. Анализ гемограмм показывает... Короче, хальт, не баклань. Калис, в чем заморочка? У вас, голубчик, скрытый геморрой. Понимаете? Ну, гемор. Кто, голубчик, это ты мне? Какой геморрой? Обыкновенный геморрой. Причем мастерски излеченный моим шефом, профессором Файнбергом. Понимаете?
Вам специально вводили какие-то препараты, которые вызывают кровотечение. Зачем, не знаю, но может это скоро выяснится. Но я не исключаю возможности, что вы сами себе придумали этот диагноз. Точно рака нет. Отвечаешь за базар? В натуре. Тогда причина скоро найдется. Гадом буду. А ты моряк, Мишка, моряк, не плачь. Как ваше здоровье? Нефтяк, Мишка, сечешь? Секу, очень секу. Ha ha ha.